Вот если мы с вами не найдем эту мотивацию населения, и что-то в сельцо, мы делаем то, в чем население не нуждается. Вам видней, в чем нуждается население. Мы сделали 99% всего того, что наши избиратели просили нас, в частности депутатов, представительного органа, когда мы шли на выборы. Мы сделали за 2,5-3 года. То есть мы знаем нужды наших людей.